Тройное ДТП в Изюме Харьковской области. 24 человека пострадали. Фура практически раздавила легковушку и маршрутку на мосту через Северский Донец. Пятеро пострадавших до сих пор находятся в больнице, в том числе 6-летний ребенок. Все подробности расскажет Светлана Шикера. В половине седьмого вечера одна за другой в сторону моста в Изюме ехали маршрутка, Нива и грузовик МАН. Дорога шла вниз, и следовавшая за всеми фура не смогла затормозить. Автомобиль МАН двигался под спуск. У нас одна из версий есть о том, что, возможно, отказала тормозная система. Говорит, что при нажатии на педаль тормоза у него педаль провалилась. Первой под удар грузовика попала Нива. Ее прижало к обочине, а фура покатилась дальше и врезалась в маршрутку. От удара она буквально влетела в отбойник. У нее отвалилась передняя ось. Врачи скорой зафиксировали. Пострадали все, кто был в маршрутке. Это 20 человек и еще 4 человека в фуре и Ниве. 5 человек госпитализовано с пошкодженнями верхних кінцівок, переломи верхних та нижніх кінцівок. Одна особа прооперована з приводу перелому плечової кістки, а інші готуються до планових оперативних втручань і проходять обстеження та консервативне лікування. Серед пострадавших одна дитина, яка також госпіталізована з підозрою на струс головного мозку. 19 человек с ушибами после оказания первой медицинской помощи пошли домой. В полиции говорят, водители всех трех авто были трезвыми и двигались с небольшой скоростью. А вот почему отказали тормоза у фуры, будет выяснять автотехническая экспертиза. Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер Харьков.